Привет всем, дорогие друзья, с вами снова Сережка, и вы смотрите видео на канале Double Geek. Наконец-то у меня появилась возможность заняться тем делом, которое я люблю. К сожалению, да, я не в Донецке, я сейчас в Одессе, и теперь у меня есть возможность выхода в интернет. Также у меня теперь появился ноутбук, я его купил совсем недавно, Asus N56JK. Кстати, довольно-таки недешевый ноутбук, но и весьма производительный. Если кого заинтересует, я ниже выложу подробные характеристики и, может быть, сниму видео. Так, я так понимаю, это все нужно пропустить. Сниму видео обзор этого ноутбука. И что ж, как раз показать, на что этот ноутбук способен, я хочу на основе игры Sleeping Dogs Definitive Edition, которая, ну, как сказать, относительно недавно вышла в прокат, и теперь можно поиграться. К сожалению, только сейчас у меня появилась возможность записывать видео, и это будет не первое видео на сегодня. Сегодня планирую снять еще несколько видео, но об этом чуть-чуть попозже. Так что не буду тянуть кота за кое-какое место, и давайте начнем основной сюжет. Так, нам предлагают начать новую игру. В принципе, ничего-то удивительного, мы-то и начинаем новую игру. Чем же такая интересная эта игра? Если честно, многие говорят, что она немножко похожа на GTA, потому что здесь присутствуют как и погони, так и много всяких моментов, экшен-моментов крутых. Также здесь существуют перестрелки, бои, драки. Единственное, чем отличается, то, что происходит это все в окрестностях Токио. Ну что ж, давайте посмотрим, что тут у нас происходит. Так, какой-то центр, следят за кем-то. Уже неплохо. Так, мы, короче, следим за кем-то. И что-то я подозреваю, что, скорее всего, сейчас будет какая-то сделка. Да, ну, так и есть, сделка. Охранник какой-то. Правильно, чувак, не иди. Твою мать, это наркотики. Ты что за хер? Не-не, не надо, чувак, не надо. Кто ты? Охранник ты. Ёперный театр. Твою мать. О боже, блядь, действительно, здесь то же самое. Полиция. Так, полиция это нехорошо. Нам теперь придется текать. Блин, такие предсказуемые титры. Ой-ой-ой, так, надо бежать, бежать. Бежим, 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 бежим. Вау-вау-вау. Прыгай. Воу. Ух ты, блин. Черт возьми, такое чувство, как будто играешь на консоли. Графика такая, приближенная к консольному варианту. Чёртова рыба, ненавижу рыбу. Правильно. Ну, хотя люблю рыбу. Рыба вкусная. О, музончик. Чёденький такой. Воу! Это было красиво. Блин, а ствол, я так понимаю, забрать нельзя. Жалко. Ладно. Бежим, бежим. Да, все они бичи. Блин, черт возьми. Черт возьми. Так, бежим, 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 бежим. Run, run, Forest, run! Да, так, выбьем двери, на. Так, чуваки. У вас крутая вечеринка, поэтому... О, черт. А моя вечеринка подошла к концу, походу. Воу-воу-воу.
Воу-воу. Кстати, вежливая полиция намекают на то, чтобы мы не говорили ничего против себя. Вместо того, чтобы американские там, по-моему, наоборот говорят, что все, что может быть сказано вами, может быть использовано против вас. Боже, жесть. В ролях, кстати. Блин, такое чувство, как будто мы кино какое-то смотрим. Так, мы, короче, встретили, походу, друга на какого-то. Все еще красавец. Да, да. Джеки Ма. What the fuck? They finally deport your ass from the United States? It was mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what they get you on? Nothing that'll stick. Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you from the prosperity, да, менты это могут. Happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Brian Winston? He's moved all the way up to Redpole and the Sun on Yi. Что значит в ролях? Это кто такие? Red Pole and the Sun on Yi. Shit, Dog Eyes always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Eyes is a Red Pole too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston. Winston? Так, Уинстон, это, по-моему, насколько я помню, начальник вот этого вот трищика. It was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Jackie Ma. Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him. Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. Так, это уже допрашивают нас, походу. Блин, прикольно. На джинсах потертости видно. Жесть. It seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? Отпускайте. Как? Да, самоневинность. You must be a very dangerous man, Wei Shen. Какой опасный человек, еще раз говорю, самоневинность. Я вообще не понимаю, как я тут оказался. Ну, вы можете это делать, конечно. Might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. Не понял. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. Вот если честно, я не знал, что я буду работать агентом под прикрытием. Серьезно, я не знал. Блин. Asian ones don't compare to the triads here. The Sun on Yi is the most powerful gang. Look, Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles, the lieutenants like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Правильно. Raymond will Чем be мне in touch. Да фиг с ним, с тем All Raymondом. Way. Good luck out there. Да спасибо, спасибо. Блин. Respectfully, sir, are you sure about him? Что мне этот момент напоминает немного мафию? I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Trias for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen is perfect for this job. Да, я просто прекрасно подхожу. Тут ничего сказать не могу. Так что, сразу миссия начнется или нет?
Тун-тун-тун-тун. Загрузка. Блин, загрузка тоже такая прикольная. Уже этого освободили. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. Prison or something. Ой, береги, нет интернета. Жесть. Пошутил, пошутил. Still getting used to being back, huh? Yeah. Так, надо, короче, за ним пока идти. Блин, гляньте, реально крутая карта. А жизни? Блин, индикатор жизни, так. Где бы так на фоне посмотреть? Жесть. Прикольно. Блин, реально прикольно. Блин, это тут маньяки сплошные. Только я единственное не понял, меня походу тоже отпустили, да? То есть сидел в обезьяннике, этот тип вроде тоже сидел. Чуваки играют во что-то, фишки выбивают походу. Какая цыпа. Parents don't even know. Once we get to know each other, they'll love me. Опа. Стойте, а вот этот лысый, по-моему, сидел с нами в каталажке. Ой, фак. Я отмудох или что там было написано? Ты чё? Так, серию с 5 ударов мы выполнили. Сильный удар. Мощная атака. Чш. Так, мощную атаку мы тоже выполнили. Бум. Не понял. Бум. 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 Да ёлки-палки. О, выполнили. Это было красиво. Ты чё, офигел? На. 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 Чш. Получай, козлина. На. На. Вы можете объединить серию 4 слабых. Давай, 1, 2, 3, 4. Оу. Он его пальцем проткнул. Опа. Ты труп. А давай, давайте, подходите. Сейчас я и вас отмудохаю, как там было написано. Так, давайте, кто там первый? На. О, F. F. Пробел. Удар, пробел. О, это красиво было. Давай, F. Хватай его. Удар, пробел. Давай, еще раз. О, это было красиво. Еще раз. Схватив противника, удерживайте левый shift. А что сделать надо? Левый... А, тащить можно. Чтобы протащить его и бросить в стену или на стол. Уху, жесть. Класс. Ой, зря ты это сделал. На. Давай, еще тебя сейчас. Оп, оп. А сейчас. Захват, подсечка. Добить. На, падла. Сейчас все будет. Давай, выкидывай его. На. Ёп. Fuck you, bitch. На. Где, кто, ты? Уху! Чш. На. Так, шо? О, вот этого мудака. Сейчас, схватили. Подсвеченному объекту. А где подсвеченный объект? А, вот. На. Ууу. Жесть. Что со мной сделали в Америке? Научили драться, походу. I look nasty, you okay?
Жесть. Bunch of fucking assholes. So everything's cool? Да все в порядке, блин. Welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Цыпа такая. Here we are. Golden Call. Если это так читается. О, качки, качки. Where the fuck do you think you're going? Relax, man. This is Wei. Wei Shen. I told you about him, remember? Fuck. We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No outsider. He's not an outsider. He's from Old Prosperity. Like us, Hoochie all day, Jama. Wei's old school, you know? I grew up with the guy. Old Prosperity, huh? Think I won't get out later? I've been on vacation. Jackie said you were looking for people. Oh, понял, мудак. Jackie, yeah? No. You should have seen it, Winston. Wei just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. I don't like this cocky little fucker. Wait. Little fucker. Dang Yatsun. I do remember you. You had a sister, right, Hamaya? Yeah, Mimi. Mimi Shen. I remember her. Hung out with Dog Guys. No offense. Dangai Song Tobao. Гляди, а то сейчас я тебе наушку. She's dead. Блин, это печально. Sorry. Moisia. So, 10 guys, huh? You fearless? I just crazy. Чего не боишься ли слушаешь? Просто талантливый красавчик вообще. We'll see. Молодец. Conroy. You know that problem we got in the market? Why don't you take Wei with you? Да запросто, да? Ага. Смотри. Hang back a second. I want to hear more about your friend. Так, походу первое задание или что? You want to be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Great, that's all I fucking need. Типичный америкос, блин, даже голос как у америкоса. Что такое? Е. Что значит Е? А. На. Контратака, это что надо. Ух ты, ах ты мудак. Сейчас я тебе сделаю. Ах ты, сучка. Шо, крутой, да? Блин. На. И тебе тоже по репе настучу. Опа, о, за ногу схватил. Вот так тебе, падла. Ты чё? На. Блин, это реально круто. А, так мне удержаться надо всего лишь. Тихо, сейчас я тебя перекину. Воу. Опа, там кто-то подъехал посмотреть, как мы деремся? Там и потанцевали нормально все. And it was just getting interesting too. Winston, my old friend, so good to see you. How's your family, huh? What do you want, dog eyes? Oh, Winston, wait. Твою мать. I just came to talk to you, man. For old time's sake, let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song Ong Yi, both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Yeah, so what? Wei's her brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You
You remember me now? Whoa, Wei. What the fuck, man? Seriously, Wei. I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, Dog Eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck. Прикольно татушки прорисованы. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. Скоро ты с ней увидишься, мудила. He hasn't changed. Yeah, he has. He used to be my friend. Jackie, you two go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not Dog Eyes. Got it? Got it, boss. Momentai. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. Так, идите к первому торговцу. Ага, мне бы жизнь как-то пополнить. Так, а ну, автомат. Может, что получится? Ну. Оу, жесть. Ого, 30 баксов, нихера себе. А, это эти. Ихняя валюта. Оу, жесть. Ребят, жесть, это, блин. Блин, да это реально почти GTA. Сейчас еще на машинах погоняться. Кого купить? Не, одежда мне пока не надо. О, какая цыпа дена там. Толстушка, иди отсюда. Ты некрасивая. Блин, вывески такие прикольные. Жесть. А футболка чья-то как она? Курточка у меня вообще мотнячая. Фиолетовая в крови. Жесть. Вымогать. Так, бабки, давай, падла. О, правильно. Молодец. Окей. Куда ты побежал? Медленнее будет. Блин, мышка недостаточно резкая. Да уйди ты отсюда. Ранение невинного. Нефиг на пути быть. Бабки давай, лысый. Какой псиный глаз? Деньги давай, говорю. Ух ты, дым прикольно идет. Что такое? Где? Кто? Кого мне побить надо? А, вот это? Иди сюда. Ну, эй. Блин. На. На. А, давай бабки. Не, по-моему, мышка чуть пореже стала. Так, идем дальше. Пошел вон. Текайте, текайте, все текайте. Так, стойте там. Ух ты, какие горячие телочки. Да, да. Жалко, что на них татушек нету, было бы вообще жесть. Так, давай тоже бабки, очкарик. Засунуть себе качан в жопу? Чтобы А, тут можно... О, гляньте, тут можно колесиком выбирать цели. Воу-воу-воу. Ты чё, я тебе сейчас дам. На, оу, красиво. Иди сюда. Р и что? Взять кошелек? А зачем мне кошелек?
На. Кошельком типа бить лучше. Деньги давай, козел. So did you have a message for Winston? He's obviously better than Dog Eyes. Please give him this payment from me. О, вот так вот сразу надо было. Так, идем к мяснику. Не, знаете что, давайте мы похаваем. Да, вот, восстановим здоровье. Как раз нам об этом напоминают. 25 баксов, фак! Нифига себе. Блин, баксов. Ну, короче, 25, ого. Сейчас защитим мясника. Ща. Зря, чуваки. Сейчас вам будет весело. Давай, иди сюда. Ух ты, ё-мо. Воу. На. Воу. Оп. На. Да блин, разворачивайся давай. Повернись. Эй, придурок. На. Вот это зря. Минус один. О, двойной удар. Это было красиво. Правильно, хлопай нам, молодец. А что второе? Ладно, супер удар, а второе что? Здоровье? Здоровье как-то? Вау, здоровье пополняется. Да. Идите в магазин одежды. Ну, погнали, сходим. 330 дали. Ого. Жесть. Уху. Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-рум. О, тёлочка такая. Оп. Не стой раком. Чик-чирик. Посмотреть. Да иди ты в задницу, дура. Тело. Ноги. Давайте тело глянем. Не, давайте вот такую купим. Она чуть подороже. Купить. Ноги. Давайте глянем, что тут есть у нас. Оу, нет. Нет, это фигня какая-то. Назад бэкспейс, да? Или нет? Да, назад бэкспейс. Давайте обувь выберем. О, кеды прикольные. Шляпы. Давайте глянем. Бейсболка. Давайте купим. Купить. Цепи. О, ну цепи. Нужен уровень авторитета. Блин, а мне бабок-то нету. Браслеты. А ну. Нельзя купить. Блин, мало денег. Черт, а курточек никаких нема. Где моя курточка? Черт. Это комплект, чтобы носить на 5 больше урона. А этот что делает? А, ну одно и то же. Гляньте, одежда тут. Ух ты! Там и крутые вообще. Гляньте, у нас тоже татухи есть. Так, ну что ж, идем к Винстону. Ой.
What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you! Don't fuck with me. Ой, да ладно, я вас троих там чуть не загупал. Не связывайся, не связывайся, слабак конченый. Командуй тут. Так, что ж, мы прошли какую-то определенную точку, да мы круты. Счет триады, полицейский рейтинг. Жесть. Ну все, классно. Так, сделайте одолжение продавцу. Ну, одолжение продавцу мы, наверное, сделаем уже в следующей серии. Так что на этом я, наверное, сохраню игру. Предыдущее сохранение. Ну, давайте сюда сохраним игру. Да, сохранились. Все. Мы сохранились. Что ж, дорогие друзья, с вами был Серега. Вы смотрели видео на канале Double Geek. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Также оставляйте комментарии, во что поиграть. Наперед скажу, что сегодня я еще постараюсь записать прохождение игры Rise Son of the Rome. Rise Сын Рима. А также относительно недавно вышедшую игру Sherlock Holmes. Она обещает быть очень интересной, очень захватывающей. А сюжет там просто супер. Ну, это только написано так, я еще не проходил, не знаю. Так что посмотрим, это будет уже сегодня. Так что не буду тянуть время и приступлю к записи новых и новых прохождений. Что ж, до скорых встреч, дорогие друзья, пока-пока!